Окей, окей, замешанки, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls 2. Вы подумайте, так, что-то знакомое место, но где-то я. Я вернулся с самого начала. Я так подумал, давайте я все-таки пособираю все, что я упустил до этого. Вдруг я что-то ценное да и найду. Поэтому, ребят, я ставлю на паузу. Я облазиваю все. Если что-то нахожу ценное, мы продолжаем. Так, ну в принципе. Первое место я нашел, которое я еще не нашел. Ну, где я еще не был. Вон туман. Там где-то проход. И там еще есть этот. Берег и гигант. Поэтому я думаю, мы туда сходим. Там какая-то лодка или что это. Поэтому ждите. Так, еще здесь у нас гнездо есть. Да, я им могу точно дать еще вещи некоторые. Также нужно посмотреть, везде ли я зажег фонари. Так, это получается мне туда попасть, мне нужно через это дерево и туда, да? Так, хорошо. Это дерево я исследовал. Теперь я пойду тогда... А, я тут не был, подождите. А, тут туманный челик. Ну, по идее, могу. Я могу? Ну, отсюда, по идее, еще могу зайти. Я же типа зажег, значит, я туда и попасть могу. Так, ребятки, а теперь давайте думать. В принципе, я, кажется, зажег все, что можно. Но у меня вопрос здесь есть такой. Могу ли я перепрыгнуть? Типа, давайте я, наверное, сначала грохну всех, кого могу. В яму падай. Вот эти жабки, они очень опасны. Если они дают окаменение, ты умираешь сразу. Но в первой части, я помню, там еще штраф какой-то был за это все. Если нет, у нас, если что, это есть алоэ. Или не алоэ. Надеюсь, больше нету. А-а-а. Жаль. Блин, и обязательно надо тратить ветви, да, эту сраную. А тут некуда, понимаете, прыгнуть. Ладно. Сколько у нас их хотя бы? Одна осталась. Ну ладно, давайте используем. Да. Общее... Обыщите местность. Ага, прикольно. Сбить. Так, ну внизу ничего. О.
И главное... Ладно. Почему так много тратится энергии? Так, ты там еще и не один. Нихера вас тут. Хорошо, что я туда и не прыгнул. Ну так прыгни, офигей. Ой, короче. Главное, чтобы я не сдох. А я мог умереть. Осколок фляги с экстусом. Понимаю. Осколочек, ребята, это вам не хухры-мухры, вам скажу. Не зря тогда ветвь потратил. Так, ну эти гиганты... Так, два фонаря здесь есть, хорошо. Тут ничего не лежит. За ко мне. А, понял. Не лежит, но там что-то стоит. Я понял, тут проход, поэтому я сюда не пошел сначала. Так, как вариант, мы можем сейчас быстренько сбегать в этот. Сюда. Уронить это сраное... А подождите, я мог... мог бы я оттуда допрыгнуть сюда. Ну фиг его на самом деле. Ладно, давайте попытаемся этих призвать сюда к нам. Так, если не забывай, они атакуют сначала руками, потом падают на живот. Потом перекручивается. Сейчас мы будем юзать лайфхаки. Главное, чтобы эти лайфхаки меня не убили. Хуёвый лайфхак. Зараза. Сейчас ты уйдешь, мы повторим с тобой. А ну, приятель, стоп. Сюда идем. Ой, вот это я помню. Это опасная вещь. Будем осторожничать. Ну, давай, давай, атакуй. Чё такое? Он застрял. Зараза. Блин,
Блин, я еще вспомнил про торговца, который, я помню, мы покупали, у него больше и больше денег. Ну, типа, товара становилось. Нужно будет к нему сходить. До свидания. Схуяли. Ага. А если он сейчас втихаря ко мне появится? Я понял. Так, вопрос, они бессмертные, вопрос, что мне с этим делать? Рыцарем. Камеру снова дернул, ё-моё. Мы куда-то поедем? Телепорт? Что поменялось? Можно обратно залезть? Блять, я так не хочу драться сейчас. Давайте мы хотя бы... А, природа, то есть... Он типа пол поменял. А, так вы еще... Повоскрешались все. Еще за бомба. Ну не страшно. Прикол в том, что я получил кусок фляги. Я могу сейчас зажечь еще какие-то две херя. Для чего только? Блин, ну слушайте, нужно будет во всех местах все позажигать. Но сейчас у нас будет, как вы поняли, бой с этим. С преследователем. Давай, чувак. Понял. Надо быть осторожным, потому что я душу тоже просрать не хочу. А. Тебе нормально вообще? Крут. Ты крут.
Ой, вот это вот опасная херь. Окей, сделаем одну вещь. Когда он будет вращательную атаку это делать, мы будем... Ну, типа, делать кувырок не в бока, а внутрь. Посмотрим. Где бэкстеп? Да, во внутрь надо. Это чё? Это разве было? Это раньше было? Он так делал? Вообще не помню. Подождите, а почему я не могу ему бэкстеп сделать в спину? Ну, типа... Я понимаю, что и в спину херово делается. Первая хотя бы, типа, анимация была, и, типа, враг к тебе притягивается здесь. Даже если ты попал, если вы помните и замечали. Я во врага попадаю, а ему как бы, ну, все равно. Он, типа, просто уворачивается. Я попал. И тоже вот тупая херня, когда ты выпил, но тебя все равно наносит урон. А, и короче, мне сказали кое-что по статье. По прокачке статы. По статье желательно вкачивать 40 силы, 40 всего. А, я понял. Вот это он, походу, перенагревается и меня атакует. Эй, эй. Изи. Чисто изи. Так, 15 кусков. Так, во-первых, чтобы получить бонус от характеристик, да, нам нужно с вами... О, стопы, я пока не забыл. Ой, бля, я это и забыл.
Так, подождите, здесь два факела, да? Или там тоже есть? Не, это сейчас важно, потому что я не знаю, стоит мне прыгать вниз или нет. Блять, а мне стоит прыгать. Ладно. А факела-то снизу и нету? Зато с этого мне выпало кое-что. Грубый камень. Надо посмотреть, что это. Так, вещи. Грубый камень. Вот это да? Это гладкий камень. Не поняв. Надо вещи будет некоторые в корзину позакидывать, потому что мешают. Так, ну во-первых, ребят, давайте зажжем, так сказать, свет. Да будет свет, да будет пламя. А вот он второй точно. Это делаем таким образом. Раз. И замечу, что у меня факел на целый час. Но я думаю, что будут снова же как канализация, помните? Катакомбы, особенно катакомбы. Темные локации вот такие. И что произошло? Ну, типа, я все зажег. Весело. И кем он будет? А, стоп. Если он сейчас меня резко начнет бить, я сейчас еще это все и просру. Ну, я имею в виду 16 тысяч. И чё? Я ничего не получаю с него? Вообще нихера? Так, это кидало. То есть я призвал какого-то непонятного фантома, с которого мне дали только... души. Эх, мир, любимый мир. Так, давайте поговорим с ней, улучшим флягу. Тебе удалось отыскать осколок? Дай взглянуть. Теперь я могу тебе помочь, это было. Все, теперь мне 6 фляг. 6. Так, и там к торговцу нужно забежать и как раз взять эти шмотки. Может, новый товар какой-то принесет нам. Шлем Алвы. Элитного рыцаря. Доспехи Алвы. Ну, слушайте, это статистика А. Так, а я что нашел? Подождите-ка. Точно не эти вещи? Вещи. Шлем вангарианца. А, доспехи Алвы. Так они у меня есть.
Так, подождите, а кто мне торговцем будет брони из босса? Ну, тогда я все в качку кидаю. И на оставшиеся покупаю стрелы. На два уровня только хватает. А, на три. Нормально. Тогда нормально. Стопы, мне так мало... А, мне 102 было, тю. Давайте, наверное, тогда... Так, дальше. Следующая локация у нас была где-то в той стороне. Поэтому это оттуда тоже идем сейчас все изучать. Так, вопрос, во-первых, кто это? И есть ли там проход? Видишь статую? Нет, нее не по себе. Если слишком долго на нее смотреть, она словно оживает. Ах, что здесь не так? В этих краях даже нет мастеров. Ты ведь не думаешь, что живого человека обратили в камень? Живого человека... Так, я помню, это ядовитая локация. Живого человека обратили в камень. В этот момент я использую лазу за 1200, чтобы разморозить челика, который прячет кусочек фляги. Найс. Так, челика, если тебя убить, мне дадут твой меч, интересно? Да. Вики залезть, что ли, почитать? Если что, чел, я к тебе вернусь. Погнали тогда. Я не знаю, что уже будем изучать. А какой я город до этого, помню, проходил? Там тоже стража, все такое херня. Я там еще огров, помните, фармил? Вот я туда должен сейчас прийти и пофармить огров. А я, блин, и забыл про кошку. Про вот эту. У нее колечко и снижает урон от падения. Дело в том, что можно было бы попасть туда. Хотя я сейчас могу попробовать, мне ничего не мешает. Угу. А если я прыгну голый? Ну, представим... Представим, что одежда, она типа дает же нагрузку, да, как в игре, понятное дело. И от падения у меня больше хп поднимается, либо нет. Какой красавчик, лысый. Понятно. А там много добра лежит. Значит, нам нужно, ребят, с вами 13.50.
13.50 же, да? Типа, если да, я могу просто сейчас использовать души, которые у меня есть. О, еще раз, кто ты? Фуха, да нет же, я шучу. У тебя довольно приятный аромат. Как раз такой, как я люблю. Хи-хи-хи. Купить... Так, покинуть ковина... Окей. 13.400. Подожди. Вещи, поехали. Не забываем, что у меня еще целый город впереди есть. Все отлично. Так, значит, можно одеваться. Так, купить предметы. Как? Так, короче, как вы поняли, в следующей серии мы с вами прыгаем в эту канаву. У нас два варианта. Первая канава. Во-вторых, мы можем с вами пойти в этот. Где замок тут? Где еще на меня берсерк напал? Ну, пока что, я думаю, еще нужно полазить, где-то все поискать, поэтому ожидайте. Что за баба? О, здравствуй. Встретить тебя снова — честь для меня. Эта комната не так проста, как кажется. Из нее не один, а целых два выхода. И только с помощью этой милой штуковины можно открыть другой путь. И эта малая штуковина работает на чудесах. Если хочешь, я могу ими с тобой поделиться. Переместить путь, в смысле? Что за колечко? 28, увеличивает веру. А, хуйня. Ну, блин, здесь хорошо бы прокачать, ну, купить бы одну хотя бы ячейку, чтобы, типа, вместо косточки у вас, типа, телепортация. Вместо банки хила использовать, типа, свиток хила. Ладно. Ха! Ха. No need for miracles. The gods frown. Боги не обратят жадность. Я понял. Типа, если я хочу попасть туда, мне нужно тебе заплатить. И тогда, ребят, у нас вообще... Оказывается, намного больше путей стало. Это у нас выход куда? Это выход на драконью вот эту херовину, да? Или нет, я уже не помню, ей-богу. Подождите. Так, у нас два пути, сюда и туда. Если здесь рыцарь Хейда, значит, мне не сюда. Да, идем далее. Все, я походу ее нашел. Это, короче, от той улицы, от хранительницы огня вниз.
И здесь вот, я вижу, тропинка есть какая-то. И тут я осознал факт. Монатия тупой, нахера я шел сюда, если я мог бы просто с помощью костра телепортнуться. Здесь этих гномов, ну, огров больше нету из-за того, что я, кажется, по 15 раз всех переубивал. Короче, я нахожусь в замке, я нашел же это место, все херня, тут как раз и костер недалеко. А я убил черепашку, вы помните, тут черепашки водятся, убил одну черепашку. И вон еще одна шмотка лежит наверху у нас, которую я не достал. Вот это лежит из черепашечки. Старые панцирные поножи. Самоцвет жизни. Так, это щит, да, скорее всего? Нет. А, поножи, подожди. Старые панцирные поножи. Так, старые поножи панцирного солдата. Превосходная защита, но невероятно тяжелая. Однажды из замка Дранглик вышли воины в древних доспехах и тихо заняли свои места в рядах королевской армии. Ни один из них не произнес ни слова и не показал лица, скрытого под маской. А ну, сколько у них вес. Ух, щет. Так, если не забывай, это пепельное. А как мне туда попасть? Давайте я найду и потом покажу. Да, ребята, еще оказывается, я не только вот это упустил, который там наверху, но еще и здесь. Ну, блин, в принципе, можно попытаться от дерева допрыгнуть. Ага. Радужный камень. 4 штуки. Радужные камни. Я еще, если что, огненные бабочки понаходил. Фиг знает, что такое радужные камни. Ну, наверх пока я пути найти так и не могу. Скорее всего, нам сюда нужно добежать. То, что сверху я тоже допрыгнуть не допрыгну, я только сдохну. Давайте искать сюда проход какой-то. Найс. Меня ящерка убила. Тупая ящерица сдохла. Все. Найс. А я сюда что, попасть не могу? Что за хуйня? Не понял. Ни хера не понял. Как мне туда попасть? Так, я, короче, решил уровень обнуть, пока мне как раз души хватает. Сил до 40 качам, потом ловкость до 40. Потом, я не знаю, я буду и выносливость уходить, и в хбшку. Еще немного изучим, и, я думаю, будем заканчивать. Ха, слышите, а я еще смотрю, типа, внизу, где вот эта саламандра. Там вон шмоточка валяется. Как бы это ее показать. Вон. То есть нам и туда нужно будет сейчас прийти. И на крышу найти проход. Я не знаю, где мы будем это искать все, но я думаю, найдем. Так, и тут еще какая-то дверь у нас закрыта. Предъявите символ короля. У меня такого ничего нету. Хотя, слышите, может, это вот это оно и есть? Увеличь кольцо солдата короля. А ну-ка. Давайте вместо вот этого поставим. Ну чё за... И чё за херня? Чё на ней работает? Ну вот символ короля у меня на руке, алло, вот. Вот он. Ну ладно, тогда я ещё не знаю. Ну сюда, я думаю, потом тоже придем.
Я думаю, короче, к саламандре, слышите, попытаться спрыгнуть с помощью колечка. Но все равно, мне кажется, я сдохну, да? Тут слишком большая высота. А ниже тут негде не падать. То даже и попасть как бы нельзя, потому что не вижу тут прохода туда. Давайте я попробую, все равно, что нам терять. Так, колечко. Так, а вопрос теперь. А как туда реально попасть? Давайте попытаюсь на мусор приземлиться. Типа сначала сюда приземлиться, потом ниже. Опа-на. Здрасте. Ништяк. Хорошая задумка. Короче, забываем о тех 100 душах. Сейчас одеваем колечко. Врагов, этих врагов мы тоже пока что не убьем. Мы идем спускаться вниз. Забираем то, что находится в сундуке. И, короче, у нас все есть, что нам надо, чтобы выжить при падении. Кольцо с ястребом. Главное, что мы нашли способ спокойно приземлиться и не сдохнуть. ГГ. Ладно. Делаем таким образом. Я сейчас использую косточку, возвращаемся туда, где были. Next попытка. Ну серьезно? Вызывайте есть. Мне надоело использовать алоэ. Они еще плюс не бесконечны, вы не забывайте. О, большой мачете. В рукоятке прикреплено большое лезвие. Прикольно выглядит довольно. Ну, все это прикольный. Одобряю. Почему у меня 4 фляги? Потому что я не отдыхаю. Костра, а я к нему только телепортируюсь. Я не знаю. Давайте лам попробуем таким способом.
в сраку. Что здесь было? Кварцевое кольцо огня плюс один. Что у нас вообще есть? Подождите. У нас два кольца, если не ошибаюсь. Так, кварцевое кольцо плюс один. А у меня такого не было. Повышает защиту от огня. Это кольцо награждает ученики, достигшие определенных успехов Мельфийской академии магии. Кварц с заточенным в нем камнем увеличивает защиту от огня. Ходят слухи, что пиромант Глоген сколотил целое состояние, продавая копии таких колец. Так, и вот это кольцо с ястреб, да? Кольцо, украшенное выгравировано ястребом, увеличивает дальность полета стрел. Голубоглазый Дурган, стрелок кочевник, одержавший в бою множество побед. Половине из них он обязан силой этой кольца. Понимаете, для вас это где-то минут 40-50 сейчас идет. Для меня это уже третий час игры. И я сюда вообще вырвался лишь за одной вещью, чтобы найти одно кольцо, которое восстанавливает ХП. Немного, но восстанавливает. И мне нужно это кольцо. Пойдя, оно где-то здесь. Ну где? Хер его знает. Так, сейчас тогда быстренько обманываем эту херовину и бежим. Просто бежим со всех ног вниз, вы поняли? Короче, сразу бежим. Ага, здесь ящерок побольше, да? Ага, там еще и двери есть. Окей. Зато я знаю теперь, что там есть вещь, и там есть какая-то дверь. Прикольно. Ну что, ран? Так, плевать на души. Во-первых, бежим сначала отсюда. Так, надо запомнить, что это ящерок, это ранит. Я подобрал ключ как раз от двери. Интересно, кто проход ведет? Так, вещи. Что мне там повыпадало? Ух, ни хрена у меня одежды. Тяжелый железный ключ. Кусок железа в форме ключа. В глубине железного цитадели за алтарем есть двери в башне, которая принесла железо старому королю. Огромный вес глыбы напоминает о колоссальном силе старого железного короля. Может, это как раз ключ от той двери, о которой мы сейчас думали. Ну, давайте так, мы с вами все равно как бы сходим сюда сначала. Снова заберем, все сделаем как надо. Попытаемся открыть дверь. Если дверь не откроется, значит ключ точно от врат вот этих.
Ладно. Не суть. Главное, что мы теперь понимаем, что ключ не отсюда. И сейчас мы делаем вот что, ребят. Давайте сходим. Все-таки попробуем открыть ту дверь. Хотя нет. Я ставлю ключ на следующую серию. На следующей серии еще и много чего ставим. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.